Доброе утро, 4 утра. Такси подъехало во двор. И я буду садиться, мы едем в пекинский аэропорт. Погнали. Так, это аэропорт. Время 4:45. У меня еще есть вагон времени около 3 часов. Так, ребята, это терминал 3. Пекинский аэропорт, терминал 3. Большой, огромный аэропорт. Идем к JFK. Красиво тут, очень красиво. Мне нравится этот аэропорт. Так сделано типа небо, звезды. Будто ты уже летишь. Так, людей много. JFK. Прекрасный аппарат self-check-in. Помог мне сделать boarding pass за пару минут. Так как людей тут практически нет и много свободных аппаратов, то это можно было сделать буквально за одну минуту. А иначе мне нужно было бы идти стоять вот в той очереди. Очень-очень долго. У меня есть больше 2 часов на полазить, найти кофе, погулять, посмотреть что-то, вам показать. Я багеты. Вкусные 30 юаней, да? 30 юаней. Один багет. Пахнет так. Вкусно. Так, ну, сколько? 5 часов, я уже кушать хочу, что-то нужно купить или пойти в Starbucks. Starbucks, давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Пахнет кофе, как всегда. Я люблю смотреть на чашки, кружки, термоса, мне нравится. Вот какие классные, может, куплю сейчас. Да, как-то дождливо сегодня в Пекине. Погода нелетная, вообще много cancelled, много рейсов отменено. Я вот смотрю на табло, Чэнду и какие-то другие города, отмены идут. Кофе тайм, время пить кофе. 5:41 утра. Если я сейчас не выпью кофе, я засну. Итак, берем какой-нибудь вкусный американо. Так, сказала, wait a moment. Подождем кофе. Где мой кофе? Где он? Вот она несет кофе. Да. Сиси. Сиси. Все. Утро начинается. Утро начинается. Круто. Можно зарядить телефон и выпить кофе. О, прекрасно. Прекрасное утро. Прекрасное утро в аэропорту. Cheers. Для зарядки телефона можно немного подзарядиться и ждать свой самолет. Скоро выход. Осталось несколько минут. Но я хочу купить воды. А здесь прекрасная китаянка стоит, и я хочу подождать, пока она купит что-то. Да. Так, водичка выпала. Вот она. Есть. И понеслась. Вот такой самолет у нас будет. Летели? Я готов. Вот красивые китаяночки дают завтрак. Я взял кофе. И сейчас нужно будет что-то покушать. Время 10:41. В общем, дали лапшу с говядиной, но я это не люблю. Давайте откроем вот такой паёк. Сейчас такой запах будет. Тут главное не уронить всю эту красоту на шорты. Ну вот, нашел чувака. Он говорит, что за 200 юаней отвезет меня в центр города. Это 30 километров, поэтому нужно спешить. Давай. Погнали навстречу новому городу.
Hello. Hello. Кан, Пяолян. Пяолян. Я не знал, как ему объяснить, куда я хочу попасть. Я никогда здесь не был. Я просто показал ему фотографию небоскребов и говорю, вот давай туда поедем, где большие дома, где небоскребы. Он говорит, окей, и мы едем. Музыка мне это просто убивает. Слушайте. Итак, добрый час. Let's do it together. Let's do it together. Easy. E-R-S-A. It's funny. Водитель поинтересовался. Говорит, ты из Америки? Я говорю, не, я с Украины. Вот есть хорошее место, здесь можно зарядить телефон. Can I charge here phone, right? I think I can, okay. Thank you. Вот она говорит, что они уже закрылись или не работают, но если я что куплю выпить, то я могу здесь посидеть и зарядить свой телефон. Так, что-то нужно взять. Apple Cider. Хорошо, да. Сесия. Прекрасная китаянка, добрая, наверное. Хорошо, попробуем здесь тогда посидеть, отдохнуть. Ну, вот такое добродушное место, гостиная. Тут китаянка, он спит. Ну, пусть спит. Еще вторая спала, я их согнал, наверное, испугал. Вот, ну, мне нужно подзарядиться просто. Видишь, она убегает. Ну, ладно. Спасибо на этом. Хорошо, как хорошо. Нужно искать метро и ехать быстренько в аэропорт, чтобы опять не было никаких проблем. Летим в аэропорт и едем в Камбоджу. Я думаю, я уверен, что это метро. Хотя нет никаких вывесок вроде как. Тут есть с этой стороны метро, railway station, Футян railway station. И олень полицейский спит. Не спит. Вот такое метро в Шэньчжэне, интересно. Я думаю, ничем не отличается от пекинского. Примерно то же самое. Все понятно, много вот этих sign, знаков. Все логично. Line 2, line 3, line 11. Drinking water. Taxi, bus, restrooms. Railway tickets. Ну, вроде все понятно. Любителям китаянок посвящается. Это нескончаемый коридор. Наверное, километр. Я уже иду. Забил я на это метро. Искать его долго. Красиво. Так, красиво. Нужно словить такси. Вот у нас синее такси. Ну, их тут так много. И все такие синие, одинаковые. Навел, кстати. Посмотрим, что и как. Airport, окей? Okay? Airport. 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 I will show you. Погнали в аэропорт обратно. Вот я снова в аэропорту. Надеюсь, теперь мне повезет попасть в Камбоджу. Время 5:13, вылет в 9. У меня еще очень много времени, как всегда. И опять я залипаю на Starbucks кружки. Как всегда, у меня их уже две. И я хочу еще одну. Аэропорт Шэньчжэня. Что вам нравится это дерево? Ну, интересно, да? Такое интересная вещь.
А вот буксы, это я люблю. Блокноты, журналы, книги. Вся эта тема, это я люблю. Сейчас посмотрим, что тут есть. Еще я люблю часы Casio. Такие, как у меня. Ну и как всегда, я питаюсь в 7-Eleven или Family Mart. Здесь дешево и вкусно. Да, да, да. Чикен, чикен, чикен. Вот такой вот чикен рэп. Думаю, там будет вкусно. Хотя еще много-много-много другой еды есть. Жареные, 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 жареные. А, тофу. Латте с курочкой. Нормально, да, будет? Почему тесто зеленое? Почему оно зеленое? Оно вкусное. Любителям китайской красоты посвящается. Ну, наконец-то. Вот это уже гейт 9 на Камбодже. Наконец-то я лечу. Перелет будет занимать примерно 2 часа 40 минут. То есть около, да, около 12 часов я буду в Камбодже. Дядька такой смешной в шляпе, в брыле. Смешной чувак. Ну, здесь уже самолет поменьше. Вот сейчас принесу. Второй раз за день буду кушать в самолете. Стюардесса говорит, чтобы я ее больше не снимал на камеру. Зачем ты меня снял? Кофе с печеньем выпью, съем, а йогурт, фрукты заберу с собой. Все, попал я в эту загадочную далекую Камбоджу, но тут есть вопрос. Нужно заполнить визу перед тем, как зайти в страну. То есть виза, говорят, стоит вроде $30. И вот такая большая очередь длинная. Тут все стоят иностранцы, да. И нужно как-то заполнить бумаги и проплатить $30. Нужно заполнить вот такую вот бумагу, так, заплатить доллары, ну или их валюту. Так, можно юани, кстати. И вот идти в это окошко. Им паспорт отдал, а теперь нужно ждать, они будут орать имя там Энди, Энди или Андрей, а я должен услышать. Ну, тут, короче, должен услышать и сказать, что вот, типа, мой, как бы, паспорт там и добежать. Ну, в общем, я где-то час ждал, и теперь у меня есть новая виза в паспорте Kingdom of Cambodia. Новая наклейка в мою большую коллекцию виз. Ну и сдачу дали в баксах. Ха! Новая наклейка. На $50 поменял много тысяч. Много тысяч ихних денег. Такая пачка, такие цветные. Ну, довольно симпатичные деньги. Мне нравится. Ребята, я вышел в город. Это Пномпень. Вот первые моменты. Такси сразу, тепло. А люди что-то там не машут. Таксисты. Сейчас попробуем понять, как выйти в город. Что он хочет мне сказать. Out there, right? That one. Taxi, taxi, taxi. Ага, ага, окей. Taxi, taxi, taxi. Let's go, taxi. Окей. А вот тебе и такси. Ага, погнали. Посмотрим. Вот такой шикарный номер с розой. А, красиво как, а? Красиво, стильно. Такая комната маленькая, но очень-очень удобная, компактная. И все очень аккуратно. Санузел, душ, полотенце, туалет и умывальник. Красота, красота, красота. И все есть. Да. Вау, cool. А дальше не смотреть. Ха-ха. Cheers. Cheers.